футбол. Как в довоенные, так и в послевоенные годы он оставался самым популярным и массовым видом спорта на Владимирской земле. Футбол играли везде – в городах, селах, почти в каждом дворе. Проводились даже чемпионаты и кубки разных уровней. Но в августе 1953 года происходит событие, которое можно назвать знаковым не только для развития футбола, но и всего владимирского спорта. Футбольная команда «Торпедо» коллектива Владимирского завода «Автоприбор» завоевала Кубок РСФСР среди коллективов физической культуры. Обладателей Кубка РСФСР торжественно встречали во Владимире, на площади Свободы. Футбол популярен в нашем городе и сегодня. Им занимается более 42 тысяч наших земляков. Кроме взрослых футбольных клубов, участие во всероссийских турнирах принимают юные спортсмены из Владимира, Карабаново, Мурома, Гусь-Хрустального. Отделения по футболу есть в 14 спортивных школах Владимирской области.